Всем привет! Вы на телеканале Тыковка ТВ. Давайте продолжать. Если вы помните, это сериал «Орел или решка». Давайте начинать. Так, вот я уже в отеле. Ну, как это отель? Это такой, как? Ну, хостел, я даже не знаю, что такое. Это самое дешевое, что я нашла. Добрый день. Здравствуйте, миссис. Ой, простите, у меня стол падает. Вы хотите номер? Да, сколько у вас стоит самый дешевый номер? Так, можно так, посмотрю я. Так. 21. 21? А вам, ну, я имею в виду, ну, как вот койку или сам вот номер? А у вас есть номера? Да, просто если вот койка на 2 дня, то это 21. А сколько будет номер? То же самое. А, я беру тогда номер, сейчас. Подождите. Конечно. Так, вот, держите. Угу, секундочку. Так. А у нас ключики такие электронные. Вот, мы сейчас вам накопыться, вот присоединю как браслет. Все, спасибо большое. Вы можете идти вон в ваш отель, это вот куда мне прямо идти? Нет, вот идите вот так вот прямо по коридору. И вот там вот самая последняя такая посерединке будет. Хорошо. Идите прям долго-долго. Хорошо, иду. Так, ну а я поехала в самый дорогой. Конечно, он без кухни, потому что тут как бы все на улице едят, ну, уличная еда такая. Ну, или рестораны элитные. Поэтому туалет там где-то, я не знаю, дальше у них там в номерах находится. Ну, в самих номерах, но где-то отдельно. И что я хотела сказать, я еду в самый-самый дорогой отель, который я нашла. Мне там уже забронировали, ну, место. Я должна приехать оплатиться и посмотреть свой номер. Так, поехали. О, приехали. Так, паркуемся и выходим со всеми своими вещами. Добрый день, мадам. Здравствуйте. Так, вам ведь забронирован тут номер в отеле. Ага, да. Так, идите вот назад. И там вот налево заворачиваете 205 номер. Благодарю. Пропуск есть электронный. Ну, он как бы, как вам сказать, выдается с какой-то вот вещью, которую вы хотите. В смысле хотите? Ну, вот мы сейчас вам продадим любую вещь, которую вы захотите. На ней будет как пропуск. О, а что у вас есть? Секундочку. Вот у нас что осталось? У нас, конечно, очень мало их, но завоз будет. Интересно, куда он там пошел? Так. Вот у нас осталось зеркальце. Такая поняшка. Вот эта вот книжечка. Сейчас вот книжка. Ну и все пока что. Так, я хочу взять зеркальце. Так, берите, все, это ваш пропуск. Сейчас давайте карточку свою. Мы вам, ну как, пробьем. Пип-пип. И зеркальце. Пип. Все. Потом карточка. Все. Идите в свой номер. Хорошо. Так. Вот у меня условия более такие. Конечно, небольшие, но у меня лишь один вопрос складывается. Блин, стена. Нет! Стена! Стена упала! Господи. Стенка. Сейчас мы вам все починим. За пять минут. О. Стоять. Ой, стена плохая. Очень тоненькая, наверное. Да. Ну, если что, если будут проблемы, прям серьезные, мы вас переселим. Сейчас, секундочку. Так, ну вот вроде у меня со стеной, слава богу, все в порядке. Так, ну вот что я самое главное вам хотела сказать. Ой, простите. Вот здесь паутинка висит, вот, я не знаю, это украшение от Хэллоуина или в номере такая паутинка, сейчас прошу. А можно, пожалуйста, вас? Да, это что?
А это украшение от Хэллоуина. Оно очень как бы вам сказать, подчеркивает стену. Видите, она такая белая, а это... Ну, я поняла, да, черная паутинка все подчеркивает. Все, спасибо. Ну, как вы видите, отель такой, в принципе, точнее, номер хороший. Мне он понравился. Вот, сразу говорю, вот мне какой браслет дали, чтобы оно пип, ну, вы поняли. Вот, здесь такой столик, здесь уже идет журнал, шампунь и какой-то напиток. Ой, стена падает. Опять. Так, здесь, как я понимаю, маленькая тумбочка, на ней можно и сидеть, и вещи положить, ну, кроватка. Как говорится, без окон, без дверей. Ну, хороший домик все же. Ну, я останусь на нем. У меня осталось, честно говоря, меньше денег. Где-то 600 вроде, да. И мне еще надо 2 дня прожить. Ну, хотя бы у меня есть отель. Об этом, номер точнее, об этом я уже не буду зато волноваться. Так, надо выяснить. Так, вот, ну, там вот туалет где-то дальше. Ну, пойду что-нибудь прилягу. Друзья мои, вы не поверите, какой шикарный номер. Я не знаю, что там у Искорки, но у меня просто сногсшибатели. Книжечки, цветочки, прекрасное сиденье королевское, ну или тумбочка, я не знаю, что это такое. Коврик, диванчик, такой старинный, хороший. Потом, здесь прекрасная, ой, мягенькая креслица. Ну, там, вход в уборную. Ну, в туалет, вы поняли. И теперь надо все у меня разложить аккуратненько. Раз. И зеркальце. Хотите прикол, скажу, у меня из-за того, что я взяла, как вам сказать, вот это вот номер, ну, ключ для номера. У меня теперь 2 зеркала. Так, тортик я отсюда положу. Вот сюда вот пони. И золотую карточку аккуратненько сюда. Так, скажу сразу вот мое мнение. Мне, в принципе, даже очень нравится здесь. Здесь хорошо. Главное, что этот отель очень дорогой. И вот посмотрите, видите, вот эти вот диваны, они очень старинные. Так. Уже более темно, и я заказала ужин. Сейчас его должны привезти. Надо пока что подождать. Вот, вот, видите, вот тут стиль такой старинный, вот я и хотела сказать вам. Коврик довольно хороший. Этот отель называется... секундочку, сейчас я вспомню, как там... Сейчас... старинные дома, ну... Я не знаю, что это означает, но, наверное, ну, как старинный интерьер, я не знаю. Хотя вот это столик современный. Ничего, надо ждать мой обед. Ой, ребята, я уже поспала, теперь мне пора обедать. У меня есть вот тут столик, я сюда кружечку свою поставлю. Ой, ну, покушаю. А вот я хотела вам сказать, что я видела, что тут есть такое крутое развлечение, как, я не помню, скалолазание, что ли, ну что-то типа того. Какие-то, что ли, там горы, я хочу на них поехать, поэтому потом увидимся в горах. Ну, как в горах, если я эту экскурсию куплю. А пока что я... посмотрела внимательно, как бы, что тут можно, ну, сделать, где, если что, поужинать там, так как я почти все эти кексы съела. Я нашла какой-то маленький дешевый ресторанчик. Ну, вы, наверное, толком мой номер не разглядели, ну, в принципе, он такой маленький. Так, еще я слышала, что у меня какой-то, ну, можно сказать, не такой дешевый, а хороший отель. Здесь где-то поблизости или в самом отеле есть бассейн. Вообще, конечно же. Поэтому я бы хотела пойти туда, поэтому я узнаю, где этот бассейн, и обязательно включусь, и мы можем туда, ну, я не знаю, пойти
Ну, что-то типа того. Так, ладно, я пошла. Ребята, посмотрите, мне покушать. Ой, простите, принесли. Так, вот я заказала суп какой-то морковный. Вот сейчас мы его нальем. Честно говоря, вот смотрите, я снимаю с водой настоящую. Ну, видите? Ладно, я снимаю все с настоящей водой. А, маслинки мне принесли. Там какому-то блюду. Ой. Так, вот тут зелень у меня плавает идеально. Так, господи, как неудобно этой ложечкой. Ай. Вы не представляете, я мимо налила. Так, ну тут не видно, может быть, но я немножко мимо налила. Так, давайте я сейчас налью. О, все. Идеально. Так, надо покушать супчик. Аппетитно. И этим маслинки. Вкусненько. Так, теперь надо, чтобы это все отнесли на раз. А давай секундочку еще ложку. Раз, два, три. Воля. Все исчезло. Ладно, ребята, всем пока. Вы были на канале Тыковка ТВ. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки и смотрите мои видео. И ждите продолжения. Всем пока. Пока-пока.